Добрый день! В эфире очередной выпуск программы «Слово эксперту». Сегодня мы постараемся ответить на ряд ваших вопросов из области фоноскопических экспертиз. Меня зовут Кристина Морозова, я являюсь экспертом-фоноскопистом. Пригодны ли диктофоны для идентификации по голосу? Конечно, да, так как, в принципе, самым хорошим звукозаписывающим устройством, которое дает хорошую качественную аудиозапись, это является профессиональный диктофон. Конечно, допускается предоставление на исследование и, в принципе, тех аудиозаписей, которые будут получены при помощи встроенного диктофона в телефон, что, опять-таки, чаще всего на практике происходит, потому что не у всех есть данные профессиональные диктофоны, и не всегда все, так, скажем так, подготовлены к осуществлению аудиозаписи при помощи наличия профессионального диктофона. На этом у нас все. Если у вас возникнут какие-то вопросы, обязательно пишите, звоните, дадим соответствующие разъяснения. Всего вам доброго, спасибо большое за внимание.